Заявка на повышение тарифов в антимонопольный комитет, также ТПС, вышел еще в конце прошлого года. В мае в городе прошли общественные слушания, на которых и стала известна предлагаемая стоимость коммунальных услуг. Так, расценки на холодную воду коммунальщики попросили увеличить почти в 3 раза – с 65 тенге 70 тиин за кубометр до почти 195 тенге. Повышение произошло, но совсем не такое большое. С 1 августа стоимость услуги составит 78,5 тенге за кубометр без учета НДС. Примерно на аналогичный процент выросли и дифференцированные тарифы, то есть значительного роста стоимости услуги удалось избежать. Дело в том, что они когда писали заявку, наши специалисты посмотрели и вывели обоснованный тариф 78,43. В холодной воде у нас на период 2015-2020 годы. То есть все, 5 лет не будет повышения? 5 лет у нас будет такая цена без изменений. Стоимость горячей воды антимонопольщиками не регулируется, поэтому устанавливать ее коммунальное предприятие может без согласования с регулирующим органом. Стоимость услуги с 1 августа также вырастет, но не намного, примерно на 5%. Примерно такой же средний рост отмечен и на электроэнергию, которую уже вступили в силу 1 июня. 1.06.2015 года будет утвержден тариф на электроэнергии, который составит в размере 10 тенге 25 тиинов за 1 киловатт-часов без учета НДС. Для населения составит 8 тенге 10 тиинов за 1 киловатт без учета НДС. Для прочих лиц составит 13 тенге 89 тиинов. И это рост составит 4%. Стоит отметить, что на рассмотрение остаются еще две услуги. Тариф на канализацию АКЖТПЕС попросил увеличить почти в 4 раза, а стоимость отопления поднять на треть. Пока новые расценки по этим услугам не утверждены. Алексей Никаноров, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.